Фестивалю. Прыгал. Когда мы танцевали. А краски понравились? Да. А еще придешь? Да. Приходи, мы будем тебя ждать. Привет, скажи, как тебя зовут? Марина. Марина, расскажи о своих впечатлениях от фестиваля. Очень понравилось, много эмоций. Интересная программа. Хотелось бы, чтобы такие праздники почаще проводились. Каждый день! Да, да, здорово! Класса! Давайте крутим бедрами! Вообще не тоже, я все вижу. Привет, как тебя зовут? Даник. Как? Данила. Хорошо. Данил, ты местный? Да. Местный. Как тебе, в принципе, фестиваль? Очень нравится. Ты бы приехала на свой фестиваль в город побольше. Или здесь все классно? Нет. Здесь все классно? Ганцевич рулят? Да. Покажи камеру, класс. Ганцевич рулят. Ганцевич рулят. Да. А кто это? Найдите вместе. Представьтесь, пожалуйста. Солоневич Александр Павлович. Хорошо. Как вы относитесь к подобным мероприятиям? Очень хорошо, потому что люди раскрепощены и чего-то праздника не хватает, наверное, и они здесь, ну, чувствуют себя как рыба в воде. Почему вы сами не приняли участие в кидании красок? Ну, вы знаете, наверное, если бы мэр начал кидаться красками, неправильно все поняли. Почему нет? По-моему, это было вполне здорово. Ну, я приехал уже после этого с командировки, а так, может, и попробовал. Значит, следующий фестиваль вы с нами? Конечно. Все, все запомнили.
Привет. Это микрофон. Скажи, тебе понравился фестиваль? Да. Главное, детям нравится. В общем, мы находимся на фестивале красок. На самом деле, приятно осознавать, что даже в таком маленьком городе, как Ганцевичи, может быть так весело и интересно даже мне, человеку из Петербурга. Поэтому, ребята, не стесняемся. Если нет денег на поездку за границу или нет паспорта, как у меня в данном случае, едем в Беларусь, здесь классно. Туда? А мы к вам. Представьтесь, пожалуйста. Я звукорежиссер этого праздника. А здесь написано организатор. А, тяжело брать на себя такую ответственность? Ну, я думаю, нет. Включил звук и все, сиди, отдыхай. Не надо раскрывать всех карт. Вам нравятся подобные мероприятия? Довольно-таки. Получается, самому отдыхать или только работать? Больше отдыхаю, чем работаю. По-моему, это здорово. Это вся ваша команда? Ну да, этот вот человек еще тоже. Скажи что-нибудь. Нет. Ваш комментарий, ваши эмоции, вам нравится? Как вам мероприятие? На высшем уровне, мне так кажется. Согласна. Потому что кто организатор? Запомните этих людей в лицо.